Крупнейшие польские бизнесмены собрались в Гродно, чтобы обсудить и продемонстрировать свои деловые возможности на белорусском рынке. Слово «Ассоциация польского бизнеса», которая объединяет самые влиятельные компании, существует в нашем регионе уже полтора года. По количеству представленных в Беларуси польских фирм, а их более 60, Гродно занимает вторую позицию в республике, уступив место лишь Бресту. Беларусь своей территориальной близостью создает комфортный инвестиционный климат для зарубежного капитала. А вот развиваться польские бизнесмены предпочитают в формате ассоциации. Фирмы тоже очень часто хотят поговорить с практиками. То есть фирмы, которые здесь работают, они очень часто, у них общие проблемы. У них общие проблемы, и это как бы их альтернатив, что не только то, что говорит власть, но тоже встречи именно с практиками, они как бы дают настоящий образ инвестиционного климата, можно сказать. На очередном круглом столе в Гродно польские инвесторы обсудили информационно-аналитические технологии в бизнесе, планы на второе полугодие и приближающийся юбилей ассоциации. Хочу сказать, что ассоциация польского бизнеса в ноябре отмечать будет свое пятилетие. На протяжении всех пяти лет ассоциация ведет активный образ жизни. И в чем заключается? Это интеграция польского капитала на территории Республики Беларусь. В свою очередь, генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксёнджык, как покупатель, отметил недостаточный уровень представленных польских товаров на белорусских прилавках. Пусть покупатель решает по привычке, по цене, по качеству, по чем-то. Только чтобы была для него возможность выбора. А с точки зрения консульства, конечно, мы поддерживаем это. Нет проблем с визами для бизнесменов, нет проблем других каких-то консульских. Мы открыты на всякие желания, чтобы еще улучшить нашу работу в таком чисто консульском размере.